Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 13 часов 18 минут, 09.07.2016 года. В интернете можно с легкостью найти подобное изображение. Существует бесчисленное количество версий и гипотез по поводу данного изображения. Ну, я, как обычно, дорогие уважаемые слушатели и зрители, очередной раз постараюсь развеять все тайны, все загадки. В данном случае мы видим самое простое изображение одной из ячеек сверху. Обратите внимание, на ней все изображено. Тоже в этой ячейке есть антарктический круг. В центре ячейки находится Солнце. Как помните, я вам ранее сообщал, что в некоторых ячейках, да и в нашей, когда-то Солнце было относительно статично и находилось посередине, давало свет всему чертогу. Конечно, люди уже пририсовали и дорисовали всевозможные версии, то ли по незнанию, то ли по знанию. Но здесь явно сохранены уникальные изображения и расположение географических широт соседней ячейки. Да более того, тут даже еще сохранено название соседней соты. Если наша сота по умолчанию называется Мидгард, то соседняя сота называется Ахарта. Если вы обратите внимание, материковая часть в этой соте практически полностью закрывает водную гладь. Да, помните, как я говорил неоднократно, что по умолчанию все соты полностью из земельного слоя. И уже потом в процессе, когда встречаются враждебные цивилизации, кавачи, которые просто вырабатывают землю, пока сота не превратится в водную гладь. Вот. Люди спорят постоянно, что это за карта. А ларчик-то просто открывался. Если еще так дело пойдет, то уже морально и психически подготовленные люди смогут запросто лицезреть видео соседних сот и не впадать в выступление, в оцепенение. Хорошая карта, видите, подробно все изображено. Как можно основным путем попасть в соседнюю соту. Также по бокам изображены тоннели, которые ведут в соседние соты. Карта очень уникальна и достоверна. Но только те, кто ее нашел, они предполагали, что это внутренность нашей маленькой вымышленной планеты, в которой внутри светит Солнце. Ну, вот придумали такую легенду для нас, да? На самом деле это вид сверху. Я вот приведу пример еще и нашей соты, которая еще была сравнительно недавно не сильно выработана. Обратите внимание, тоже вид сверху изображен нашей соты. Карты, по сути, если откинуть незначительные художественные недоразумения, по сути, идентичны. Что в одном случае мы видим вид сверху ячейки, что в другой мы видим вид сверху ячейки. Поэтому, если вам кто-то будет теперь показывать и говорить, что это изображение полой земли, вы говорите: не-не-не-не-не, нас уже так просто на мякине не проведешь. Мы уже точно знаем. Это изображение соседней соты, вид сверху. Также, как вы видите, есть еще карты соседних сот. Достоверности и подлинности их не стоит сомневаться, так как вообще изначально был расчет сделан на то, что подобные карты можно запросто интерпретировать, выдавать их за фантазию художников. Но вот в случае с ячейкой Ахарта, это вообще просто замечательно, что сохранился этот уникальный рисунок, скажем так, до наших дней. Никто на него особо внимания не обращал. И еще больше скажу, если даже интернет покопать, то можно с легкостью найти изображение соседних ячеек. И даже многие карты игр фэнтези, они в той или иной мере являются практически точной копией соседних ячеек. Потому что художники, которые рисовали карты для игр фэнтези,
Они когда-то жили в этих сотах, и родовая память помнит их, скажем так, географическое расположение. Если не жили, то можно запросто художнику, писателю, композитору подключиться к информационному полю и считать всю информацию, которая происходит в соседних ячейках. Еще бы хотел бы, уважаемые слушатели и зрители, обратить внимание на камни Ики. Дело в том, что при всем их огромном многообразии существуют камни, на которых есть изображения других сот. В интернете можно изучить большое количество камней Ики и с легкостью обнаружить, что на некоторых камнях и изображены другие чертоги. Поэтому, кто видит изображение материков на камнях, должен с легкостью теперь понимать, что это, скажем так, своего рода библиотека других сот, других чертогов. Да и вообще в наших, как говорится, краях много существует поразительных вещей, которые не просто шепчут, а кричат во всеуслышание: «Вот, посмотрите на нас! Мы изображение других сот. Мы точная копия других чертогов». Также отмечается еще один, на мой взгляд, не менее примечательный момент. Если взять скриншот с изображением камня Ики и перетянуть изображение в Google картинки, то помимо камней Google нащупает еще изображение карт. То есть берете скриншот изображением камня Ики, перетаскиваете в Google картинки и видите, что наш всемогущий интернет распознает, что это на камнях является самым настоящим изображением материков, океанов и всевозможных географических сооружений. По сути, на этом, пожалуй, все. Пока мы с вами будем ограничиваться изображениями соседних сот. В будущем, надеюсь, видео заполонит наш сотовый интернет и будет, как обычно, все отлично. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушали меня. Благодарю за внимание.